В драмтеатре состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Год для аграриев сложился не совсем удачным, особенно для земледельцев. Погода значительно уменьшила отдачу от труда, но люди старались, в непростых и погодных, и эпидемиологических условиях внесли достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. При существующих объективных и субъективных проблемах нельзя упрекнуть тружеников в недостаточной работе. Они заслуживают доброго слова благодарности, а многие и наград. На торжественном собрании это и отмечено. Тут живем мы, белорусы, на этой чудовной земле. Счастье выпало нам жить, за плугом ходить избирать неповторные каски и песни ее, там спадшину эту нащадкам своим передать. Отмечаем прекрасный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. А главными героями праздника являетесь, конечно же, вы. Те, кто трудится на земле, отдает ей всего себя без остатка, всю свою душу и сердце. В свою работу вы вкладываете силы и душу, сохраняете традиции и приумножаете все новое, что есть в нашем мире. За всем этим стоят простые наши люди, белорусы, ответственные, которые не боятся тяжелого физического труда и работают, отдавая все самое лучшее. Я выражаю искренние слова благодарности всем руководителям, специалистам, работникам полей и ферм, механизаторам, водителям за ваше трудолюбие. Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам отрасли, которые в разное время трудились на нашей земле, которые сформировали материальную базу и теперь некоторые еще трудятся и помогают хорошим словом. В преддверии праздника Дня сельхозработника нельзя не вспомнить наше молодое поколение, которое является преемником наших дедов и отцов, и рука об руку трудится на благо нашей Слонимщины.
хочу выразить вам слова благодарности за ваше отношение к делу, за вашу работу, за ваше терпение. Именно благодаря вам, труду всех сельчан, продовольственный рынок нашей страны полностью обеспечен продуктами питания. Именно благодаря вам, сельчанам, за годы своего суверенитета, а это чуть больше 25 лет, Беларусь производит молока в два раза больше. Почти в три раза производит больше мясной продукции. Мы стабильно собираем 9,5-10 миллионов тонн хлеба. Конечно же, действительно, за всем этим стоит труд, кропотливый, трудный труд. Но такая уж доля сельчан, я хочу искренне пожелать, чтобы вы были здоровы, чтобы были здоровы ваши близкие, ваши родные люди, чтобы все те планы, которые вы перед собой ставите, они претворялись в жизнь. АПК республики стремится к цифре порядка 20% экспортной составляющей в общей доле приходится на отрасль АПК. Суммарное выражение, я думаю, что по итогам этого года возможен рекорд более 7 миллиардов долларов США, чтобы вы понимали. В нашем районе непосредственно в сельскохозяйственной отрасли работает более 1700 человек. За 10 месяцев текущего года, несмотря на капризы природы, несмотря на волны коронавируса, произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 126,9 миллионов рублей, что составляет практически 93% к уровню предыдущего года. Хлебный каравай зерновых колосовых, конечно, существенно меньше, чем в прошлом году, тем не менее он составил 55 тысяч тонн. Получен, как я считаю, неплохой урожай рапса. Средняя урожайность 27 центнеров за гектара. Это наиболее рентабельная культура в наших условиях. Лучшие успехи, чем в предыдущем году, да, наверное, и за все годы, за последние десятилетия, получены в производстве сахарной свеклы и картофеля. Сахарной свеклы накопано 42 тысячи тонн при средней урожайности 568 центнеров за гектара. При этом государственное предприятие имени Суворова урожайность достигла свыше 600 центнеров за гектара. Картофеля получено 1765 тонн при средней урожайности 280 центнеров с гектара, что на 100 центнеров больше, чем в предыдущем году. Значит, основа результата, конечно же, сельскохозяйственной отрасли в последние годы является производство животноводческой продукции. Сегодня хочется сказать благодарность директорам колледжей, лицеев и школ за подготовку кадров сельскохозяйственной отрасли. Ну и особую, конечно, признательность и благодарность хочется выразить ветеранам. Низкий вам поклон, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. И напоследок хочется сказать, что я думаю, что текущий год у нас, несмотря на все невзгоды, получился, а следующий год мы встретим достойно, и Слонимщина еще более закрепит свой потенциал и разовьет свой агропромышленный комплекс.